На живых фото засветился загадочный смартфон Nokia с тройной камерой. HMT Global готовит не только пентакамерафон Nokia 9, но и модель попроще, с тройной камерой. Пока не опубликовано название этого смартфона, нет информации о характеристиках, но фото уже есть. Качество изображения оставляет желать лучшего, но тройную камеру видно очень хорошо. Сканера отпечатков пальцев на задней панели нет, вероятно, он встроен в дисплей. А еще потому, как бликует крышка, можно подумать, что она оформлена стеклом. Что удивляет на фронтальной панели – отсутствие камеры. Тут возможно два варианта, либо она сделана выдвижной, либо запрятана в модуль слайдер. Пока это все, что можно сказать о модели. Будем надеяться, что новые подробности не заставят себя ждать.